где-то здесь ребята были, которые меня в свое время обыгрывали. Чего? Так, а ну-ка дайте-ка я до утра тут почилю. Еще карту лидера, да, по-моему, дал. Я просто не понял, какого он лидера дал. А вот какого лидера он мне дал? У какой фракции ты мне дал лидера? Колода ливень, говно. Посмотреть три случайных карты из руки противника. Да нахер оно мне это надо? Кого что? Сбросьте две карты и возьмите из вашей колоды одну карту по выбору. Значит так, слышите вы? Ты, Геральт? Достаточно. Хогвартс, пару лет назад один тип заплатил мне, чтобы я сохранил для тебя книжку. Сказал, что ты когда-нибудь за ней придешь. И кто это был? Он не представился. Но у книжки красная обложка, это я помню. Я ее точно не продавал. Хорошо, я поищу. Может, тогда и остальное посмотришь? Может, и посмотрю. С удовольствием. Ну, типа, книги. Я для Твича еще раз повторю, книги это то, что можно полистать и прочитать, а не то, что там кому-то послышалось сейчас. Не надо меня банить. А то знаю я вас сейчас, блядь. Рука уже на это. Бан-машина уже работает. Интересуешься книгами? Ты не похож Вадим, на ученого, спасибо. Но с картинками у меня тоже есть. Тю. Не желаешь сыграть в гвинт? Расчехляем, пацаны. Так. Пошел процесс. Сейчас. О, скаятеля. Лютик, вижу. Ага. Ой-ой. Сейчас, кстати, интересная заруба будет. Это непростой чувачок. Допустим. Дудка, сука. Черт, спасибо огромное. Короче, золото есть квест на уникальные карты. Поговори с ним. Добро, спасибо. Спасибо. Чувачок явно непростой. Чувачок такой, знаешь, конкретный. Ну ладно. Мы-то тоже... не пальцем деланы. Сейчас как, блядь, дудану в дуду свою. Блядь, да сколько ж у него лучников-то, ебёна мать. Давай догрузим его. Бля, его, наверное, вряд ли здесь загружу. Нихера у тебя, брат, карта. Бля, у него 7 карт. Тело вообще жесткое, пацаны. Тело прям реально вот это очень жесткое тело. У него что, одни лучники, что ли? Противник спасовал. Блять, ну я здесь, наверное, проиграю. Если сейчас карту не возьму, то я проиграю. Карту взял. Под вопросом. Мглы нет у меня, ребят. Бля, интересно, что у него осталось. Вот поэтому я и хочу играть эльфами.
Потому что это просто, сука, вак-машина. У него очень жесткая рука. Очень жесткая рука. Блять, прям максимально жесткий тип. Четыре карты еще, прикинь, осталось. Да это просто трэш какой-то. Посмотри, что он делает. Это просто лютый типан. Бля. Это что такое? Это что за карта такая с черепом? Погодите. Здесь прям вообще какие-то, блядь, бесы играют. Умный клиент сразу пойдет. Мое поч... Погодите-ка. Покажи мне свои... У него нет ничего. Будь здоров. Какой-то, да, очень-очень-очень лютый. Так, вот этого я не помню. Обыгрывал? По-моему, обыгрывал, да? Обыгрывал я этого типочка или нет? По-моему, да, я его тогда как-то на шару выиграл. Слушай, мне так просто чисто поржать. Куда? Вы не думали, может быть, колоду Нильфгарда взять? Я чё подумал-то? Может, Нильфгард просто взять? На самом деле, я бы его обыграл, если бы у меня мороз был. Я чё-то просто против этой колоды надо морозом поливать. Блять. Не тот квест. По идее, там Нильфгард у меня такой, серьезный. Я бы на самом деле даже поспорил, вот леги лучше или хуже. Леги, ребят, не поддаются бусту. Надо заметить. То, что легендарки бусту не поддаются. Там надо мглу. Да, там надо мглу запулить. Надо поменять этого. Гроза, мать ее. Надо поменять полководца, чтобы он мглу еще насылал. И он, наверное, в принципе, отлетел бы. Потому что у меня там был полководец. Мороз и мгла. Не понял. Геральт из Ривии. Ведьмак, прозванный Белым Волком. Нет, это не я. Ты обвиняешься в оскорблении чувств верующих. У нас приказ доставить тебя на допрос. Но сперва сдай оружие. Ты чё, дурак? Бля, ну типа... Это патруль, ребят. Это патруль, здесь можно... Ну, под вопросом. Сейчас здесь весь город сбежится. Ой, да поцелуйте меня в жопу! Труп. Я тебе говорил, что его не проведешь. Ну что поделаешь, завалим как-нибудь. Так нам только чести больше. Помнишь проповедника, который говорил о чародейках и ведьмаках? Лохи. Которого ты перед верующими оскорбил. От его имени Пизду, мы спасибо. Приобщим тебя к таинству последнего очищения. Я тебя сейчас приобщу. Я тебя сейчас, брат, знаешь, к чему приобщу? Теперь можете подходить. Что там? Как вообще с таинством дела обстоят? Не слышу. Таинство, блядь. Очищение. Сам кого хочешь очищу. Очистить они меня хотят. Сейчас папа в казино сходит. Лохотроны. О, Лас-Вегас. Ох,
сивулки бы я лизнул. Я бы, как говорится, сейчас бы тоже. Так, ну что, орлы? А, орлы. Такой, блин. Как сегодня идет карта? Я с плебсом не играю. Сейчас глаз к жопе притяну, понял, нет? Когда-то меня даже в рыцари посвящали. Действительно? И кто проводил посвящение? Позвольте спросить. Мамка Мэла, королева Лирии и Ривии. Во время Второй войны. Так вышло, что мы с друзьями отбросили нильфгаардцев в стычке на мосту. Мэла приказала мне встать на колени и повторить слова обещания. Битва за мост? Слышал, слышал. Понимаю. А ты не верил? Снимаю претензии. На 100! Ёпта! Сыграем? Безусловно. Желаю успеха. Давай. Тебе тоже не хворать. Заводи, Григорий. Я сделаю. Блядские опять эльфы. Да ёб твою мать, а. И мороза нет, ты серьезно? Давай попробуем, ладно. Начинается. Блядь, сюда нужно просто мороз. Просто мороз и все. На самом деле надо Нильфгард. Против эльфов надо вообще по-хорошему Нильфгардом играть. Сейчас начнется этот призыв блядских гномов и всего остального. Просто жесть. Не, ну лютик сейчас в дудку дунет, они опадут маленько все. Все, да. Тупо девочка. Он здесь, кстати, нормально подслил. Он здесь нормальные вот этих вот типов подслил. Сейчас, правда, Лего, скорее всего, будет. Сейчас, ну, сейчас что-нибудь, какой-нибудь трэш будет, я уверен. Ну, давай. У него Леги 100% есть. 100%. Нихера себе карта. Нормально. Пацан душит вообще просто как не в себя. Блять. Ясно, все с читами играет. Тупо девочка. Две карты. Сука, демон, а? Отличная ладно. Игра. Поздравляю. Сердечно. Подожди-ка, родной. Можно. Погоди-ка. Сыграем? Безусловно. Желаю успеха. Я там выиграл, я знаю, ребят. Моя ошибка, я знаю. Я уж сейчас допетрил, что я неправильно сделал. Первый раз с этой колодой играю.
Блять, вот это у него карта вообще читерная просто. Я знаю, ребят, но я просто маленько подустал уже, если честно. Это же карту, да, дает еще одну? Выберите одну карту из отбоя. Красиво. Это то есть в конце надо юзать. Давай поиграем. Во! Молодец. Олегу я забрать не смогу, да? Сука. Давай грузанем его. Ой, хорошо. Ой, хорош, дядя. Ты просто лучший. Все сидят, втыкают. Он все-таки додумался, что надо наверх ставить. Молодец. Втыкаем интересными, самому интересно. Ну просто уже тупишь, дура. Противник спасовал. Неплохо. Подожди, а что у меня этот тип дает? Бля, я забыл совсем. Вопросом. Легендарки универсальны, они подходят под любую колоду. Это ж я понял. В этом их плюс. Блять. А у него лек еще не было, да? Вот ты видишь, как хорошо, что они из-за лука из-за этого играют. Вот это вот просто читерная тема. У меня одна карта, у него пять. Что я сделаю? Это я говорю, вот блять, вот эльфы, сука, против них надо только всякими туманами и прочей херней играть. Просто без этого вообще вариантов нет. Вообще нет варика. Все. ГГ. Отличная игра. Бля, ну я его могу обыграть. Сердечно благодарю. Если... Я, наверное, все-таки свои колоды отыграю. Вот можно. Сыграем? У меня просто, наверное, поинтереснее все. Блять, вот чуть-чуть мне не хватает. Чуть-чуть мне прям не хватает. Так.
Давай попробуем его напрячь прям как следует. Мгла. Две леги. Давай в надежде, что этот чувак выпадет. Чучело. Давай попробуем. Блять, ну опять без мороза, ну что я сделаю? Пошел грузить. Твою мать. Да у него нет дальнобойного оружия. Я просто сейчас, чтобы ходы пропустить, пытаюсь как-то из него еще поддернуть. Урок. Может еще забайтить дурачка? Или не надо? Давай пацанем. Семь на девять карт осталось. У него еще легендарок, да, не было? Я так тоже умею. Где логика-то, родной? Еще у него три карты. Ну и что ты этим добился? Ну и что дальше? Две карты. Глич! Умник, блять. Мороз, говоришь? Молодец. На, лови. Бам. А на легендарку эта тема не действует, да? Значит, тогда сюда. Блять, не хватило. Давай, ладно, вот так вот рискну. У него одна карта, ну не, нечего ему здесь делать. Ну что, что он сделает? Ну что? Ну. Ну что, он мне мороз кинет? Ну, ну что, ну легу даже если он кинет, ну что он сделает? Ну и все.
Поздравляю с выигрышем. Не, у меня все-таки колода лютая. В смысле, а здесь колоды не дают, что ли? А карты здесь не дают? Серьезно? Можно? Опять ты? Ну давай. Мы как раз собирались раздать. В таком случае сыграем. Не, ну, мне кажется, это какой-то квест. Типа, если мы всех, наверное, обыграем, что-то должны дать. Но это чисто логично. Ну, по крайней мере, мне бы хотелось на это надеяться. Так, этот кем там играет? Чудовищами или кем он там поливает? Чудовище. Добро. Чудовище — это прям в тему вообще. Угу. Давай, родной, грузи. Так, здесь у меня стак луков прям лютый. Так. Ага. Ай, молодец. Еще, ой, молодец. Красава вообще. Просто красиво играешь, брат. Еще будешь разгружать, нет? Молодец. Смотри, прикол. Вообще насрать. Ну и дальше что? Блять, ну здесь под вопросом, на самом деле, что сюда лучше кинуть. Здесь лучше, наверное, стак вот этот оставить. И потом под дудкой их запустить. Да. А давай так и сделаем. Я не знаю, правильно или нет, но мне кажется, что это правильно. Блять, а вот это не есть гуд. Очень плохо. Так, думаю, здесь вот так вот надо. Еще будет? Ай, молодец! Ай, молодец! Хорошо. Следующий. Ну, давай. 5-3. А, у чудовища одна типа карта, да, всегда на столе остается? Типа умение такое. Так. Леший. Он проиграл, скорее всего. Если у него сейчас вот этой параши не будет, казнь. Молодец. Он проиграет. Вообще насрать. Все. Карт нет. Дружище проиграл. Научился играть. Бро, ну не сразу. Я потихонечку. Я очень стараюсь, ребят, поэтому, ну, вы главное никогда не мошните, ладно, ребят? Я правда стараюсь. Спасибо, кстати, енот, спасибо за подаренную сапку. Ребят, спасибо, кто меня сапками поддерживает. Друзья, кому интересно, вы не донатьте.
Вы, я говорю, вот лучше возьмите вон пацанам сапки подарить. Просто вот подарить подписку и отправить подарочные подписки. Там рандомным людям подарится. Спасибо, ребят. У кого есть, конечно, возможность, спасибо за такую поддержку. Спасибо. Спасибо вообще, что меня смотрите. Я выиграл. Думаешь, я не знаю? Хочешь отыграться? На что? Ты оставил меня в одних портках. Я и полкроны больше не поставлю. Девочка, ясно. Так, второго мы поимели. Ой. Вижу, карта тебе идет. Да, мне сегодня везет. Если счастье тебе благоприятствует, этим надо бы воспользоваться. Наверху есть комната для избранных. Вот там действительно крупные ставки. Если так, приму приглашение. Пойдем со мной. Блять, что ж там? Ага. Вот комната для избранных. Здесь никто не будет мешать. Не слишком тут уютно, да и играть неудобно. Человек недоверчивый мог бы подумать, что это комната для допросов. Младший не верит в чудеса. В этой комнате мы объясняем ловкачам, как сильно он не любит, когда его обкрадывают. Займитесь им как следует, а когда закончите, обмотайте ему ноги якорной цепью и в понтер. Всегда знал, что это может закончиться. Избили до полусмерти. Эй, ты слышишь меня? О, хоббит. Список должников. Список должников. Школы кота, я наткнулся на очередные 4 места. Фига себе. О как. Слышь, малой. Живой? Не добивай. И в мыслях не было. Вот меня эти выродки отделали. Гости целы. Ты освободишь меня? Лемка, спасибо. Как тебя зовут? Рико. Рико Майерсдорф. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот. Монштейн, спасибо огромное. Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлама. Вот я смотрел. Смотрел, бро, обижаешь. А ты шпион? Ну, вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с реданцами. Не знаю точно, в чем там спасибо дело, но запрос, дружится Торно. Он с ними. Больше я ничего не знаю. Я тебе не доверяю. Я сказал тебе все, что знал. Клянусь. Пока останешься здесь. Нет, пожалуйста. Подумай еще. Еще не поздно, слышишь? Интересно, а Дикстер знает, что младший сговорился с реданцами? Ты передумал? Отпустим. Давай его отпустим. Вроде он, ну, ничего такого, он... Все-таки он тоже, можно сказать, как бы на моей стороне. Что думаете, чат? Вы как что думаете на ютубе, ребят? Давай отпустим. Береги себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится. Сейчас просто к нему поднимутся. Скажу и его убьют, Бедламу, что ты мне помог. Надо себе блат. Загляни отпустить к нему, он наверняка тебя отблагодарит. Mm-hmm.
обсаде. Блять, сколько же у вас тут, ребят? Минус казино, короче. Ну, хабар, как всегда, мой. С левой заходи. У них особо и нет ничего такого. Потерялся, что ли? Давайте, ладно, уж этот квест добьем, раз уж мы сегодня сюда зашли. Лех там разобьет на серии, раз у нас сегодня такой насыщенный день. Ну что ж, найти укрытие ублюдка младшего. Давайте мы наконец-то уж с ним пообщаемся. Посмотрим, что ж там такой за ублюдок. Как его называют? Да, типок много, конечно, проблем принес. Я вообще туда бегу-то, нет? Вроде туда. Кстати, я сюда вроде не заходил, да? В этом районе меня не было. Здесь чипы какие-то все такие. Купец. Слушай, здесь такие, вроде как буржуи обитают. Туфли у меня размокнут. Хорошо, что не застали на дороге. Долго тут бежать. Здорово! Нет ли здесь этого говнюка? Проще в жопе суп найти, чем ублюдка. Я ошибка занят. Тесак велел, сука. Ну, конечно, сука. Здорово. Дай 2 рубля до полторого. Ты знакомый Ройлина. Я о тебе слышал. Ты здесь командуешь? А ты кто? Цыган, что ли? Я не пойму. На вопрос вопрос. Ничего себе замес. Как уж вышло. Мы пришли культурно пригласить ублюдка-младшего на встречу с друзьями. С прискорбием сообщаю, что о священных законах гостеприимства тут не слышали. Нифига, дворфы разрулили. Я ищу младшего. Тогда добро пожаловать в клуб искателей ублюдка. Только членских карт мы не выдаем. А еще ублюдка младшего тут нет. Есть мысли, где он может быть? Нет. Я бы тебе сейчас сказал в рифму, да. Твич это не одобрит. Я тут немного осмотрюсь. Я с тебя глаз не спущу. Нанять ведьмака, долги выбивать. Трудно тебе тут будет с работой, ведьмак. Подожди, обыскать укрытие? Здесь нет ничего интересного. Блин, у меня завтра тренировка, я тут время уже 3. 3 часа почти. Так, это мне надо. Да ёпта. Понял. Ну конечно, сука. Кто лишил девственности Белоснежку? Не знаю, не знаю. Что здесь? Эти краснолюды поработали лучше сборщиков долгов. Все здесь вынесли. Просто всех порешили. Тут пусто. Модестал, привет. Я не Ксюша. Да-да. Да-да. Поговорить с Дикстрой. Ну, пойдем пообщаемся. Славные бритвы. Слава. Понял. Блин, да сколько бегать-то можно? А может паркур? Я короткий путь знаю, блядь!
Паркур! Паркур! Нормально. Я слышал несколько баллад о тебе. Не шляйся, твои чародей. Арабская ночь! Все так и было задумано. Все так и было задумано. Я орел! Блевать или не блевать? Вот в чем вопрос. Это... Держи еще плюс 100, просто мне интересно, будет ли совместный с ним стрим. Про, это не от меня зависит, это от Шима зависит. Так что ты ему пиши. Я с радостью. Кстати. Пам-парам. Пам-парам, пам-пам. Здорово. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Ты общаешься с Родовидом? Я вижу, шутки тебе удаются. Нет, я с ним не общаюсь и надеюсь, что не буду. Он не простил тебе заговора с Филиппой Эльхард? Родовид не прощает. Никому и никогда. Родовид не прощает, а я наказываю. Чародейкам столько злоты. Наказываю. А что с Филиппой Эльхард? Есть какие-то новости? Только хорошие. А именно? После того, как Родовид выколол ей глаза, она исчезла. Если все сложилось к лучшему, то она уже принимает земляные ванны. Я думал, вы были близки. Были. А потом Филиппа подослала ко мне убийц. Вилли сотрудничает с Родовидом. Если это верные сведения, у ублюдка больше неприятностей, чем ему кажется. Так кто что такой-то? Источник вполне надежный. Это могло бы объяснить, почему ублюдок почувствовал себя настолько сильным, чтобы ломиться из большой четверки. Мне нужен кто-то, кто проведет меня к младшему. У тебя же есть старые связи в Редании? Нет, а вот у тебя есть. Поясни. Темелец. Бывший командир славных синих полосок. Смекаешь? Вернон Роше. Он затаился вместе со своими людьми в лагере у Оксенфурта. Загляни к нему, он хоть порадуется. Что у нас прям такая серия? Серийка затянулась. Подождите, стоп. А где ринг? А вот сюда вот можно? Чё за ринг? Там типа тоже бои, что ли? А, ну это же ставки тоже. Логично. В жизни надо рисковать, а то все просрёшь. Да ну что ты? Что-то мы еще на ринге не были. Эх, и жить не хочется. Что за потайные? А дальше? Он меня пугает. Да ты не бойся, мать, я дровосек. Дровосеки все мирные. Я в книжку читал. Где ринг-то этот, я не понял. Это все слова. Здорово. Я тебя не знаю и не пропущу. И не стой здесь. Ложки нет. Мне надо на арену. Заходи. Кто тут главный? Игорь. Его еще крюком называют. Игорь! Сука, что это было? Момент истины. Ложки нет. Коридора до конца и налево. Игорь! Давай, твоя очередь. Я уж готов. Я конец.
Ивидель. Проигравшим платят. А, вот где вы все. Я подложил ему проржавевший меч. Слушай, их немного ли здесь? Все в порядке. Мне нужна работа. А что ты умеешь? Я умею работать мечом. Мог бы наняться в охрану. И кого ты собрался охранять? Толпа может выйти из-под контроля. Должен же кто-то следить за порядком. Опыт-то есть у тебя? Под дурака косим. Я достаточно в жизни сражался. И не носил бы меча, если б не умел им пользоваться. Ты убивал людей? Случалось. Минут пять назад. Почему ты не говоришь, что ты ведьмак? Я же вижу. Я не ищу заказов на чудовищ. Мне нужна обычная работа. По крайней мере, на какое-то время. Я должен тебя испытать. Хочу посмотреть, как ты держишься в бою и вообще. Умеешь ты мечом махать или нет? Будешь драться на арене. Если продержишься три боя, возьму тебя на работу. Изи! Подбери мне противников. Уже все готово. Сразу начнешь? Или тебе нужно время? Не, я расчехлять привык сразу. Мне не нужно готовиться. Тем лучше. Сейчас посмотрим, на что ты способен. И помни, дерись не на жизнь, а на смерть. Толпа не любит, когда щадят противника. Брат, я обычно все так и происходит. Начнем. Шоу must go on. Начинаем принимать. Шоу must go on. Других восточных земель. Вулкан Бэт! Большие выигрыши! Прибыл домой ведьмак! Мутант! Убийца! Его противник Густав Рёне! Человек, который ножом проложил себе путь! Убей! Убей! У меня дети! Бой, убей! Убей! А на смерть! Трое детей! Убей! Я не стану его убивать! Собак! Пустить собак! Кого? Тю, блядь. Сейчас пущу собак. Придурковатый, что ли? Пёсели, ебе на мать! Чё за негатив, я не понял. Блядь, лаги! Не подходи, я дурак! Блять, выпущу собак. Победил! Ведьмак! Следующий бой! Давай, не дури. Друг против друга. Так, подожди, друг против друга, брат за брата, за это, за что-то там взято. Давай, выпускай быка. Ведьмак и волосатые братья прямо с диких островов в Скеллиге. Их отцом был горный медведь. Ну, сколько мне еще ждать? Блять. Я рирую. Так, у меня час медитации, прошу прощения. Сойдется с чудовищами! С кем? Кого, ёпта? Не подходи! Ты чё, мать, я тормози! Блядь, лай! Лё, тварь! Дурные, что ли, вообще? Северну уберите, ебёна мать! С ума сошли. Еще! Еще! Хотите еще? Нет! Выпускай, твари! Блять!
Крит плюс крит, ты убит. Кого? Выпустить Бориса? Бориса? Борис? Бориса! Нихуя себе, Борис! Боря! Боренька, да ну нахер! Родной, блядь! Ты чё делаешь-то? Ну? Боря! Бля, не дури! Борис, кончай! Боря, ну его нахер, дома медвежата, что ты чё, родной? Ёпта! Боря! Боря! Тормози, родной! Борис, ты, извините за мат. Нихера себе, Борис! Тю, ёпта! Чуть не обосрался. Браво! Красиво ты их уделал. Соглы. Сказали мне, что на арене появился какой-то крутой. И что? И были правы. Ты кто такие? Я вас не звал. Спасибо. От кого поздравления? Вот же остолоп. У меня так-то арбалет есть. Пришел меня убить, и не знаешь, как я выгляжу? Ну, хватит уже этой возни. Сейчас... Краснолюды тесака забрались в каналы. Они режут посты. Так что ты стоишь, как член на свадьбе? Собирайте людей и принимайтесь за карликов. Убейте уже этого ведьмака. Ой. Значит так. Слыхали? Убейте его! Так вот, то, что у меня хилок не так много, вот это вообще не есть гуд. В смысле, убейте, э? Давай, ёбаный в рот, погнали! Блять, лагерь! Игорь! Куда летим? Куда? Домой, родные, домой! Куда мы прёмся? Домой, я еще раз говорю, Боря! Домой! Блять, больно! С левой заходи, с левой! По советам Панина! С левой заходи! Значит так. Где там эти типы? Так. Тук-тук, мазерфакер. Папа идет. Вперед, хоббитцы! За себя и за Сашку. Хорош, хоббитцы тут всех просто вообще порешили. Стой. Я что-то здесь упустил. Тормозим. Нечего языком трепать. Я знаешь, как языком, мать, потрепать люблю. Я бы тебе, конечно, показал, но не по возрасту. Нифига, хоббиты с молотками пришли просто здесь всех. Тупо кулаками, просто. Просто. На! На нахер. Вопросы есть, вопросов нет. Опа, хабарчик. Это папе надо. Закрыто, в смысле? А где ключ?
хочу, ебену мать. А ключ, наверное, у Игоря на этой, на арене. Сейчас, сек. Так, этот сундучок мне надо себе залутать. А ключик стопудово у Игоря на арене. Я прям к бабке не ходи. Игорь, ты где? Где мой ключ? О! Плюс ключ. Не, ну это логично. Уж он у сундучка сидел, значит он его охранял. Стримлер не тупой. Сообщение от Игоря. Тут были терки насчет депозита. Положили кучу хороших ребят, так что спешу вас успокоить. Все бабло в тайнике в коридоре на арену. С верхнего уровня. Как встанешь спиной к решетке, посмотри на стену. В коридоре на арену с верхнего уровня. Так. Так. По дороге в эту шнягу. Сейчас, погодите, сейчас папа все разрулит. Пол исцарапан, как будто открывали дверь. Л, логика. Должно что-то быть. Опа! Так это ж мое. И все. А где легендарки? Ублюдку младшему. Король Родовит недоволен твоими успехами. Тебе было велено избавиться от остальных членов так называемой большой четверки. И все-таки они живы и знают, что в покушении замешан ты. Не о том мы договаривались. Укройся на время там, где скажет человек, доставивший это письмо, и не вылезай. Король надеется, что взаимная вражда между оставшимися... Ну, короче, просто стравили всех, и все. В принципе, ничего нового. F5-очка. Дальше пошли. Такс. У нас сегодня настолько интересный стрим, что я даже разбить его забыл. По этим, по сериям. Слушайте, ну по идее сейчас должен быть финиш. Сейчас должен быть финал. По крайней мере, рожу мы его теперь знаем, как он выглядит, типок. Так, где там, далеко? А где? О как. О как. Иван, учё, Михалыч. Не пешком. Что, седой, приключения ищешь? Там пацаны твои уже нашли, кстати. Просто держу тебя в курсе, если интересно. Там ребята уже, у ребят все нормально. Ничто не причиняет. Дайте, сударь, на хлеб, сударь. Ля-ля. Слушай, ну в казино мы их, кстати, нормально отделали. Так, достойно, я бы сказал. Вы видите то же, что и... Значит так, где он? Блин, хорошо, у меня быстрые переходы открыты. Ты прикинь, тут пехом отсюда это щемится. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.